Що ж, друзі, всім доброго вечора. З вами знову платформа емоційної підтримки від Міністерства освіти і науки України. Я її модератор Володимир Страшко. Сьогодні з нами дуже цікавий гість Лена Адамова, яка є професійним психологом і дуже відомим. Україні діячем, публічним діячем, яка допомагає людям і в мирні, в мирні часи бути в загоді з собою. А в цей час, в цей непростий час для нас, її поради, я думаю, будуть дуже слушними для кожного з нас. Олена, доброго вечора тобі. Всім здраствується, Україна! Як в тебе справи? Як, як Одеса? Uh, Говорять, це одесити, Ми між собою грустно шутимо, uh, тривожно-тихо. потому что видя в каком ужасе, в каком аду живут наши украинцы с самых горячих точек нашей страны, господи, могли ли мы подумать еще недавно, что такое ад коснется нас? Вот Скажи, пожалуйста, это прям настолько, ну не верится. В Одессе относительно тихо, у нас даже если, да, у нас уже привычные ПВО и какие-то взрывчики на рассвете, мы спокойно к ним относимся, потому что они не носят разрушительный характер. Но ты знаешь, все же знаешь, в Одессе кормятся слухами и сплетнями, и мы все ждем. Мы тревожно ждем. Хотя, мне Но... кажется, никогда нельзя быть к этому готовыми. Слушай, ну я насправді за цю, цю тезу, с цієї тезой и розпочав бы нашу беседу, потому что... Що... От є люди зараз в Україні, які безпосередньо знаходяться в зоні, де ведуться активні бойові дії, там Харків, Київ, Сумщина, Чернігівщина та інші регіони. да? а є люди, які тривожно чекають на те, що може з ними відбутися, от з точки зору психології, можемо ми якось сегментувати перших та інших і пояснити, що відбувається в голові у одних і у других. Чому я задаю це питання? Тому що ми отримуємо різні повідомлення. З проханнями про психологічну допомогу як освітніх хат міста Києва, і скажу чесно, переважна більшість таких повідомлень із тих регіонів, де ще нічого немає. Тобто, або взагалі нічого немає, там як, наприклад, Чернівці, або де там була якась вибіркова історія з аеродромом, ну тобто, не, не масово це було. Будь ласка, як, як це? Ну, от, ну, от как в Одесі, тобто у нас. подвергались таким, знаешь, ну, объективно незначительным атакам, военные объекты, но там, не, ну, там даже нет технических разрушений, не говоря уже, слава богу, о человеческих жертвах. Хотя вот на днях моего соседа, который снимал в соседней коммуне квартиру, вот рассказали, что он попал под обстрел. Для меня это настолько дико, хочу тебе сказать. Слушай, человек все-таки по своей сути животное, которая мнит себя разумным мыслящим. И когда происходят такие жуткие вещи, мы переходим на существование в инстинктах. А самый главный инстинкт – это все-таки инстинкт выживания. И адреналин, вот этот вот нейромедиатор страха, защиты, нападения, он один из самых мощных. Поэтому страх – это самая сильная эмоция, которая держит. Знаешь, что интересно? Самая яркая эмоция – это смех. Самая заразительная эмоция – это смех. смех. Просто самое долго держащее – это страх. Человек может пребывать в этой эмоции очень долго. И я тебе хочу сказать, что вот я по себе это вижу и чувствую. Я вроде бы как разумная. Я анализирую ситуацию. Ну, так и себе мню, как все мы. Мы все равно все, не все, но люди, которые обыватели, мы диванные политики, диванные аналитики. Мы не понимаем, что происходит. И мы все находимся в очень сильном информационном потоке. Каждый что-то читает, каждый что-то анализирует. И вот в зависимости от того, что мы прочитали, а для этого... Сейчас... Сори, у меня звон... а, да. История подожди. с телефоном. История с телефоном, знаешь, это сейчас это ну, такая повсеместная штука, которая сейчас, прости которое сейчас происходит, вот, например, у меня там был вчера эфир очень такой важный. Я каждый день выхожу э, в эфиры с, в Инстаграме, в Телеграме. Я поддерживаю очень большое количество людей, потому что я понимаю, что люди за самозаводящийся апельсин. Но вот то, что я говорила, человек начитался, он подключился к какому-то информационному полю, информационному потоку, и он вошел в вот этот резонанс с теми, кто это говорит, с теми, кто это написал, с теми кто то для чего вот это написал мы же понимаем что все эти информационные войны ведутся совершенно не зря и мы подключаясь к этому потоку мы транслируем и испытываем не свои эмоции не свои чувства то есть если нам рассказали что если нам рассказали что все страшно надо бежать мы начинаем бежать а если кто-то сказал слушай да все будет хорошо ну посмотри в окошко, все же тихо все спокойно то мы успокаиваемся и здесь нет единого понимание кому как вот из-за того что там я лидер мнений мне все время спрашивают елена посоветуйте что-то нет такого совета никто не вправе а, советовать даже близким даже друзьям знаешь почему потому что а, у каждого своя воля и у каждого а, своя ну я не говорю я не не фаталист в, в смысле у каждого своя судьба которая предначертана вот надо было читать по руке потому что даже линия на руке, если мы берем хиромантию, они меняются в зависимости от того, как мы действуем, как мы выясним. И я все-таки руководствуюсь принципом причинно-следственной связи. И вот в этом смысле у нас своя судьба. Каждый человек, он оказался в той или иной точке на карте жизни, потому что, не потому что ему так было предрешено, потому что это карма его предков, а потому что здесь и сейчас это был цепочка его действий. И поэтому то, что хорошо для меня, то плохо для кого-то и наоборот. Потому что каждый из нас оказался в этих точках почему то вот я сейчас очень часто я очень хочу чтобы меня только услышали слышу такие вот фразы это же несправедливо справедливость она носит более высокий порядок чем здесь и сейчас но люди к сожалению это не так оценивают они считают что вот они мы все заслуживаем мира мы все заслуживаем любви своим шансом на рождение. Но дальше мы уже делаем определенные шаги, которыми заслуживаем что-то. И я всегда говорю: вот смотрите, вы когда зарабатывали не то, что вам принадлежало, когда вы обманывали, когда вы изменяли, когда вы врали своим детям, когда вы выбирали эм, предать себя, предать кого-то. Вот это уже было несправедливым не по отношению к себе, не по отношению к другим. И когда здесь и сейчас мы находимся в таких условиях, то мы как минимум не знаем, куда нас развернет. Вот у меня вчера была девочка, она обратилась за помощью, Лена, я заклебываю, задыхаюсь, у меня вот паническая атака. И я с ней разговариваю и говорю, слушайте, а ну давайте вот сейчас предлагаю это всем почувствовать. Вот что хорошего вам дала эта война? Она вот, что может быть хорошего? Я говорю, стоп, вот что вы сейчас не делаете из того, что вы делали до войны? Она говорит, ой, я так не люблю свою работу, я так рада, что нет работы сейчас. Слушай, ну огромное количество людей сейчас находится в благословенной тишине от того, что было раньше. Вот как это не страшно звучит. Я разговаривала со своим другом, он пережил войну в Приднестровье. Он говорит, ты знаешь, когда я был вот в бункере со своими родителями, я помню, что мы с братом были счастливы, что война, потому что мы с родителями. Это очень такая глубокая идея. Если честно, я сейчас зараз... Іноді а, ловлю себе на думці, що я проводжу цілий день зі своїм сином, що неможливо просто в умовах звичайного життя, тому що постійно якісь справи я не кажу вже про будні, навіть на вихідніх а зараз просто немає іншого вибору. І він, до речі, зараз мені здається щасливіше, йому два роки, тобто він ще не розуміє. Але Гаранті... Он все розуміє. Ну, тато тут, мама тут. Ми постійно граємося, щось робимо, Тобто, для нього це ну. в плюс можно так сказать. От, бы цинично не Подожди, стоп, это не цинично. На самом деле, знаешь, что сейчас происходит? Вот что в войне происходило. Карантин это была легенькая такая тренировочка, рекламная пауза. Все помнишь вот в самом начале все были в очень сильном страхе именно за выживание. Так. Потому что никто не знал, все нарисовали себе дикие эм, фантасмагорические идеи вируса, который уничтожит, сожрет, типа Эболы. Потом мы разобрали, что не так все страшно. Но здесь и сейчас, то есть потом карантин обошелся самым страшным, что нельзя везде путешествовать. Ой-ой-ой, или надо вакцинироваться, ну такое. А вот здесь и сейчас реальный страх, и мы все обнуляемся каждый день. Потому что никто не знает, будет ли это завтра. И здесь и сейчас наша самая главная задача, своим сегодняшним днем, своими сегодняшними мыслями, поступками, идеями, прокладывать путь в наше завтра. И вот мы сейчас творим э, нашу будущую реальность. Вот. Э, верующий человек или неверующий, но все-таки даже агностики и атеисты, они особенно в состоянии угрозы жизни, они обращаются к чему-то высшему. И вот если мы говорим о... Это во всех религиях есть, что по-разному просто трактуется, что на шестой день создал Бог человека по образу и подобию своему. Что это значит? Это значит, что мы все творцы своей реальности. Мы такие же. То есть мы все вытворяем и сотворяем то, что у нас происходит. И вот здесь и сейчас очень важно находиться все время в состоянии, вот что я творю. И вот ты творишь историю своих взаимоотношений со своим сыном. Вот у тебя здесь и сейчас есть возможность заложить в него ценности. Потому что наши дети потом, так же, как и мы, несем эти ценности по жизни. И э, вместо того, чтобы сидеть в новостных каналах, которых ну, Мы же сливаем тонны энергии, прибывая, подключаясь к вот этому дикому информационному полю. Российские каналы, украинские каналы. Я за эти дни, за первые несколько дней я перестала читать новости, потому что ну, послушай, в них нет смысла. Ты, мы сейчас... Ну, извините, друзья, это интернет, это жизнь, так и бывает. Есть? Вот сейчас есть. есть. Да. Так, есть. Когда мы первые дни не понимали, что происходит, и подключались вот к этому информационному полю страха. Страх – это дикая разрушительная сила для организма. Я психосоматолог, это психологи, которые работают с телом, с болью, с болезнями. Потому что психика закладывает причину для болезни. И все наши болезни, они от неперенесенных травм. И вот если ты посмотришь, то подавляющее большинство людей сейчас, они замерли, они не болеют. Я хитничала у себя в Сторис, а можно вернуть ковид? А нет ковида? Нет его. Это правда. Взагали никто про это не говорит, и вы подпихнавите на чушь, чтобы было богато. Да, и сейчас единственное, на что жалуются люди, это то, что очень сильно болит голова от дикого количества информации, дикого количества страха, который вокруг. Мы же все подключены. Знаешь, есть очень много экспериментов, которые там на крысах, на мышах, на собаках, на овцах, на муравьях, которые доказывают, насколько мы все подключены к единому человеческому полю. Вот мы большой человек, который взаимодействуют друг с другом на уровне вибраций, на уровне мыслей, форм, мысли образов. И вот на западной Украине тихо, спокойно, слава богу, но не находится в точно таком же паническом ужасе, в котором пребывает другая часть Украины. И даже не потому, что они смотрят новости. У них же тихо, они вот могут выйти на улицу. Мало того, им все говорят: "Послушайте, мне нравится, что все сейчас все видели генплан завоевания Украины, и там нет западной Украины. Успокойтесь, поэтому все сейчас бегут в западную Украину." Но они панически боятся, потому вони энергополе бояться, тому що енергополі України єдине, і ми всі вот вот нація, ми друг з другом общаемся на уровне мислі форму, мислі образів і нас всіх качає. Мені здається, і... що тут, знаєш, є така історія, як залежність від цих новин. Ну, мовно кажучи, якщо ти постійно читаєш телеграм-канали, то ти. Знаєш, як переживаєш за свою футбольну команду. Ну я не знаю наскільки це так. там грубе так. поєднання. Але тобто там побачив якусь техніку російську розгромили, Ура, розгромили техніку. Там бам якесь місто взяли чорт, взяли якесь місто, дідько. Тобто, і це дуже виснажує, тому що це не знаходиться в зоні твого впливу взагалі ніяк. Якщо вообще ти не так. на фронті, навіть якщо ти на фронті да, то нігде навіть. Навіть, да. якщо ти президент, похоже, ти нічого не можеш зробити. Ну давай мені зараз очень. ну, не грустно, не смешно, я даже не знаю, это совершенно другие эмоции. Удивительно, что переживают эти два чувака, которые, у них все идет не по плану, потому что люди, оказывается, вносят свои коррективы. Поэтому я всегда говорю, перестаньте думать, что вы можете на что-то влиять. Вот на что вы можете влиять только на свое сердце. Вот это в ваших силах выращивать вот это состояние любви, транслировать его как минимум своим домашним, особенно своим детям, потому что дети панически боятся того, что происходит. Они же не понимают, что происходит. Папа с мамой ругаются, папа с мамой боятся, ревет мама, и все. У детей страх, потому что это угрожает их безопасности. И им на самом деле абсолютно все равно. Мама боится, потому что папа изменяет, потому что папа разводится, или потому что будет война. Детям просто страшно, потому что они доверяют нам. И это вот наш обязанность родительская держать себя в спокойствии в мире ради наших детей потому что я сейчас скажу очень страшную вещь но если нам суждено умереть судя по всему нам мы умрем очень быстро ну вот если это такая вот град, такая вот атака с воздуха, это страшно. Никогда не думала, что мне придется об этом думать. И всегда же говорили о том, что Украина очень мирная геополитическая страна. А оказывается, да, мы же не Дальний Восток. Но если это произойдет, то э, мучительная смерть, она меньше шансов. И тогда вот если ты проживешь внутри вот это вот переживание, что я умер, все это. Это не больно, это не страшно, это не, это не страшно на самом деле. Но зато мы в ожидании этой смерти теряем возможность обниматься со своими родными есть вкусную еду, которая есть еще дома, читать сказки своим детям, заниматься сексом со своими любимыми людьми, смотреть фильмы, смотреть дурацкие ролики, читать какие-то книги. Ведь этого времени не было, когда мы бежали, деньги, все, я сегодня только прикалывалась, алло, а где там эти продавцы тренингов личностного роста? Вот вам самый лучший тренинг по выходу из зоны комфорта. Война! Потрясающий тренер! Это тренер выхода из зоны комфорта и любви. Вот помнишь, недавно все обсуждали фильм «Don't look up». Вот, лично для меня самая главная сцена этого фильма в конце, когда те люди, которым нужно было быть вместе, остались вместе. Ведь это самые дорогие моменты, а мы их лишаем себя, потому что мы зависаем в зомби-ящике, в фейковых каналах. Когда я читала первые дни канал «Верховный Рады, что я решила, ну раз, ну, «Верховный Рад, и когда они через там, пару постов «Ой, сори, это фейк», и я понимаю, что они не хотели ввести в оману. Так получилось, потому что, ну, потому что не зря существует понимание, что СМИ это четвертая сила, она завоевала этот статус. И я понимаю, что вот каждый раз, когда вот в моменте происходит что-то вот эмоциональное состояние тяжелое, нужно себя спрашивать: а что случилось? Вот объективно, что случилось? Надо называть свое чувство. Я боюсь, чего ты боишься? Я боюсь, что я умру. Есть угроза смерти. Что я могу сделать с тем, чтобы не умереть? Вот есть несущие стены, вот есть ванная, вот есть укрытие. Если оно ну, реальное укрытие, потому что огромное количество людей лезут в подвалы которые станут естественным могильником. И еще люди лезут. В могильником, я выучаюсь, какие панельные просто да! складываются. Да, да, в гаражи металлические люди лезут. Давайте будем быстро уезжать, убегать. Вот когда люди начнут задумываться, а что случилось, а что, чего не случилось, а чего я боюсь, что может случиться, а это случилось сейчас, у меня есть время этого избежать что я должен сделать для того, чтобы это не случилось. И когда ты вот переводишь свое состояние психической активности, генерации вот этой вот дикой паники, и когда ты начинаешь думать, ну давайте возвращаться в, в мозг, а потом там технику еще, как возвращаться через тело, то ты понимаешь, м вот в моменте на самом деле нет оснований. И давайте следить за тем, что происходит действительно у нас на улицах. Потому что ну, даже ядерную бомбу когда ты читаешь, что кнопка не только у одного человека, и мы вот допускаем, что он сошел с ума, у меня есть такие основания, ощущения, но кнопка не только у него, и как бы его не боялись, все равно в момент атаки, учитывая, что затянет, затянет прежде всего российские города, то скорее всего нет. Ну, короче, когда ты все вот это вот обдумываешь, радиусы поглощения, что это не полностью, не вся Украина, а если вся Украина, то тогда и Европа, и тогда, ну, короче, там вовлечено очень большое количество процессов. Когда начинаешь на ты думаешь, м, наверное, нет. Стрелять ты услышишь это из окон. Если ты услышишь из окон, ты успеешь спрятаться. И ты тогда уже начинаешь это выпускать, понимать и ощущать, потому что <связывая> у меня очень много друзей сейчас из Харькова, и они, конечно, находятся в очень тяжелом состоянии. И вот э, я сегодня убеждала своего друга срочно вывозить свою семью. Вот они все эти дни находились вот в этом жутком состоянии. И вот они выехали. А есть друзья, которые сидят в укромных местах и говорят, страшно, но мы в безопасности. Вот видишь, какая разная реальность. Один Харьков, а разная реальность. Да. Тобто и вот для, надо... да для одних безпека это выехать, Хоча, так. можливо, вони наражають себе цим на, на небезпеку, можливо, да, ми ж не знаємо. Да, так? А да, інші да, вважають, да. що знаходячись там в підвалі чи бомбосховищі це і є безпека, тому що ми захищені фізично, можна так сказати, да? і, і для, для одного це реальність правдива і справжня, і для другого так само. Да? Да, і треба все час, ти знаєш розуміти, що великий, а я маленький, і це добре, тому що раз я маленький. значит, я у себя есть, и я могу спрятаться. А люди в основном в своем большинстве почему-то решают, я понимаю почему, потому что у нас есть в психологии есть такое понятие комплекс Бога. Мы все считаем, что мир сосредоточен на нас. Мы поэтому в мирное время начинаем контролировать своих детей, своих мужей, своих жен, своих начальников, мы начинаем перепроверять. Но на самом деле мир учхать на тебя. А вот тебе должно быть не чихать на себя, потому что ты у себя есть. И вот нужно постоянно говорить внутри себя, я у себя есть, я справлюсь. Вот этот возврат к себе, не снаружи, что я там вижу, как за мной наблюдает, а что я могу сделать для себя здесь и сейчас. Достаточно ли у меня еды, достаточно ли у меня воды? Если тебе страшно, собери тревожный чемоданчик. Если тебе страшно, спи в комфортном, в комфортном а, спортивном костюме. Обнимайся все время с тем, с кем ты рядом. А может быть, не надо с этим человеком доходить, потому что это прекрасный способ понять, что тот, с кем ты вообще жил, это не тот, с кем хочется спрятаться в бункере, а может быть наоборот, вот ты ругался, ты э, тратил время на споры и конфликты, а вот здесь и сейчас, находясь в тревожное время, ты понял, вот именно с этим человеком я хочу провести последний ужин, вот с этим человеком я хочу в укрытие. И тогда не тратьте время, обнимайтесь, целуйтесь, делайте новых людей, э, смотрите интересные фильмы и э, завешивайте окна. То есть минимальные меры безопасности все равно должны быть сделаны. И вот на них нужно сосредоточиться. И как только ты сделал, поставил себе галочку в бумажке или в голове. У меня собран чемодан, там достаточно продуктов, у меня есть аптечка. Я знаю, как бежать, я знаю, куда ехать, моя машина заправлена, или я знаю, как, вот не знаю, где укрываться. И все выдохните, потому что больше вы для себя ничего не сможете сделать. Вся аналитика военных действий, опять-таки, то, что я начитала, из тех, кто прошел войну, они все говорят, что самое большое количество людей гибнет на улицах в панике, вбежать. То есть вместо того, чтобы подвергать свою жизнь реальной опасности, находитесь в реальной безопасности. Вот не зря же есть выражение ⁇ дома и стены помогают ⁇ Это же не про мирное время, это же про войну. Ты знаешь, я не знаю, верит ли в реинкарнацию? Ну, я не знаю. Мы вообще ничего не знаем. Вообще. Мы не знаем про рай или ад. В Харькове ад. Люди боятся ада. Вот он, ад здесь вот я думаю что если действительно были какие-то перевоплощения то наши тела наши вернее души прожили достаточно большое количество войн и они знают как их переживать и вот надо вот почувствовать в моменте не проживая вот эти информационные дикие потоки, которые мы поглощаем, а вот что, что я вот чувствую, что я думаю об этом и вот анализировать ситуацию не через призму всего того что мне сказали, кто что рассказал надо надо бежать надо спасаться, а нет надо прятаться, это пройдет нет это навсегда почувствовать что я могу сделать для себя для роста для развития с любовью, здесь и сейчас. Потому что мне кажется, что ну вот животные вообще развиваются через боль. И мне кажется, что вот эта дикая ситуация, которая происходит, она э, дана нам потом для обнуления. У нас в стране происходили абсолютно дикие непонятные процессы последние долгие годы. Война очень сильно разобщила нас сначала Майданом, нет, сначала революцией, потом Майданом, 2014 годом. И вот мы все время находимся, ковид с вакцинацией очень сильно доразделял то, что не разделилось. И сейчас самое страшное, что я вижу, что происходит, происходит тотальное разделение люди разводятся, расходятся, перестают общаться с друзьями, со знакомыми. И самое страшное, к чему должна была привести эта война, сейчас приведу, это разделение, это ссора. Вот есть очень крутой эксперимент, который разъясняет то, что происходит с нами, поскольку мы большой человек. Вот если поместить крыс или вот муравьев помещали черных и красных в одну банку, они все бегали, взаим, взаимодействовали, игнорировали друг другу, друг друга строили колонии друг с другом, потому что они все-таки немножко разные. Но они абсолютно не конфликтовали, они обходили друг друга. Потом взяли в экспериментальным путем и потрясли сильно банку. И черные и красные муравьи начали жрать друг друга. Банку встряхнули, и люди никак не могут понять, что мы жрем друг друга, потому что нас очень мощно встряхнули. И мне очень понравилось вчера, мы с моими друзьями помогали Тарабороне развозить продукты, мы это каждый день делаем. Знаешь, кто как может, так и помогает. Я помогаю психологически, а днем Тарабороне развожу продукты. Я встретила своего друга, там была сирена, и мы пошли в укрытие, и мы разговаривали, и мой друг, он шахматист такой очень крутой, он говорит, ты знаешь, когда, находишь, когда ты шахматная фигура, то ты ненавидишь других шахматных фигур. Но ведь игроки на самом деле дружат, которые садятся за эту шахматную доску. И вот мы, находясь в состоянии пешек, мы же даже не кони, не лади, не ферзи, мы, мы пешки. Мы никак не можем понять, что все, что происходит сейчас, это для того, чтобы мы грызлись, для того, чтобы мы вот эти вот муравьи, которые перегрызли друг друга. И у тех, кто встряхнул банку, это прекрасно получается. И я вот сейчас очень хотела бы, чтобы люди, которые нас смотрят, они вот задали себе вопрос, а для чего эта война в моей жизни? От чего она должна меня очистить? Что я должен прекратить делать в своей жизни? А это очень легко понять. Просто задайте себе вопрос. Вот что я рад не делать? С кем я рад не общаться? Что хорошего произошло в моем вот таком заточении? Это не глупый вопрос. Я же не зря его задаю. И что плохого не происходит благодаря этой войне? А это значит, мы же все это этот ад закончится. Самый страшный ад который длился во Вторую мировую войну, это была очень долгая, затяжная война, он закончился. И мы, внуки, кто-то, может быть, дети, вот тех людей, которые выжили в эту Вторую мировую войну, все проходит, и это тоже пройдет. И очень важно, какие смыслы мы приобретем в эту войну. Насколько мы станем сильнее, крепче, мудрее, и самое главное, любовней. Потому что был такой великий человек, психолог, философ Виктор Франкл, который был в гетто, и он сам ну, скажем так, был свидетелем экспериментов, и потом он целое направление психологии произвел. И вот он доказал, что только те люди, которые имели смысл выжить, это вот они выживали. И вот мне сейчас, скорее всего, каждый, вот, каждый поднимается бунт. Я вообще много сегодня противоречивых вещей говорю. Не противоречивых, вернее, а те, которые вызывают, скорее всего, странные ощущения. Но а, смысл же типа выжить у всех есть. А вот ты знаешь, когда я задаю вопрос, люди почему-то думают, что если они боятся смерти, то значит, они хотят жить. А это разное, абсолютно разное. Когда я спрашиваю, а вот какой вам смысл жить? Вот что вы будете делать, когда вы выйдете из бункера, из войны? Слушай, люди не знают, что отвечать. Ну буду Тоб жить. То есть, они боятся просто, умовно говоря, кажется, этого, но не понимают, что за ним стоит, можно так сказать, да? Тобто, нет, они не просто боятся. Да? Они нет, они боятся потерять то белковое существование, то, то существование Беологично. белковых жи белковых тел, которые мы представляем. Ты понимаешь, вот до войны я занималась психосоматикой, личностным ростом, корпоративным коучингом. И я все время пыталась привести людей к вот этому смысловому пониманию себя и чем ты можешь быть полезен людям, не только себе. Вот знаешь, я всегда ехидничу. Самые были распространенные тренинги, это как заработать денег и как найти с кем спариться, условно говоря, любовь. Никто не искал тренинг, как стать полезным другому человеку. И у меня создалось ощущение, и сейчас я в, в нем убеждаюсь, что вот как в м генерации денег в своей жизни, и точно так же в генерации жизни в себе, а, первоначальный вопрос ⁇ это жизнетворность. Насколько ты жизнетворен для вот этой человеческой массы? Насколько ты можешь быть полезен другим? И вот тогда тебя как муравья не встряхнут, потому что ты полезен, потому что ты выделяешь определенное количество любви об которую могут погреться другие. Вот ты сейчас находишься в квартире со своими родными. Все, кто нас смотрят, они находятся или сами с собой, это самое грустно, потому что изоляция очень плохо влияет на психику, или они находятся со своими близкими. Вот задайте себе минимальный вопрос и поставьте цель. Давайте думать сегодняшним днем, и тогда завтра точно наступит, что полезного я могу сделать для других. Это как минимум не ссориться, это, как минимум, не выдавать количество и порцию, не заражать ядом, не заражать страхом, не бежать друг к другу с этими новостями. Вот, вот это прочел, вот это, посмотри, что происходит. Ну, люди, это очень страшно, что происходит везде. Но заразите чем-то хорошим, найдите какой-то позитивный ролик и в ответ, когда вам вышлют какую-то очередную жесткость, очередной страхопоглотитель, очередную информационную бомбу, в ответ вышлите какой-то ролик 95-го квартала, какой-то мемчик, что-то ну, реально смешное. Потому что наша с вами задача, у каждого из нас, это выжить за счет любви. Потому что мир спасет совсем не красота, потому что красота в глазах смотрящего. Мир спасет любовь. И если ты любишь жизнь, вот по-настоящему, есть, еще раз повторяюсь, разница бояться смерти, это акцент на смерти, это акцент на яде, на агрессии. Вот это то, что, -то, в чем мы закапываемся. Нас всех сейчас провоцируют на ненависть. А ненависть – это разрушительная энергия. Это ядовитая, она разрушает не их, им все равно, они кормятся. Она вас разрушает. В, у вас шумит в ушах от этой ненависти. И совершенно другое – я выбираю жизнь. Вот жизнь – это любовь. Мы родились от любви. Вот мы когда-то, вот эта вот клеточка начала делиться, потому что мы – это соприкосновение любви в моменте папы и мамы. І от цієї любви пошла наша життя, і эти ростки, которые сейчас зараз все представляємо, я считаю, що надо поливать исключительно любов'ю тиражировать любовь, и любов, і от тоді ми виживемо, тому що тоді ми життворні. Ну і тут в продовження цієї тези вчора в нас було два цікавих ефіри, коли ми говорили про те, як допомагати, як можна бути корисним сьогодні і армії, і суспільству в цілому, і головна ідея, якраз в тому, що коли ти нічого не робиш, просто слідкуєш за новинами і так далі, то умовно кажучи, ти випадаєш від цього інфополя, хоч там переживаєш, не переживаєш. Це нікому не, не важливо, тому що воно не має виходу реального в справи. А коли ти допомагаєш, волонтериш там, допомагаєш теробороні або долучаєшся, або а, в кіберфронті, умовно кажучи, береш там участь, якусь не, не знаю. Просто там сітки плетеш, да, це да, вже да, корисно, да. це вже круто, Однозначне. це вже класно. Тобто, ти вже ти вже. Eh, з цієї любові до своєї там, до своїх друзів, до своєї батьківщини, не знаю, до, до чого завгодно, до свого сусіда, там, до своєї жінки, ти вже це робиш. Да, і з да, да. І це є Вот головне з любов'ю. Вот главное це делать з любов'ю, не с ненавистью к врагу. Вот я всегда говорю, що даже если ти взял оружие, защищать свою семью, то четко чувствуешь, ты защищаешь семью, а не ты ненавидишь того, кого ты... Да, ты выстрелишь в него. Это, ну, это закон жизни, потому что ты защищаешь. Но если вы отравляете себя ненавистью, то помните о том, что вы тот муравей, которого стряхнули вместе с тем, против кого вы воюете. Я никого не защищаю, и мне больно наблюдать, как кто-то решил, что он может зайти к нам в дом и заставить нас грызть друг друга. Мне очень больно видеть, насколько это, эти шахматисты больно ведут себя с нами. Но если мы не поддаемся ненависти, если мы не захлебываемся ядом, если мы не захлебнемся вот этим вот диким страхами ненависти, вот тогда мы выживем. И давайте с любовью плести сетки, развозить еду, готовить еду, помогать. Огромное количество людей остались за бортом жизни только потому, что сейчас пошел акцент на армию и на беженцев. Но полно же нищих, больных, несчастных детей, которые и были до войны, и сейчас вообще полностью от них отвернулись. И мы сегодня подвозили в тероборону еду, а они находятся в пункте переливания крови. И там огромная вывеска. Крови больше не надо, волонтеры, у нас все есть. То есть люди настолько, а есть же куча других людей, давайте помогать другим людям тоже. То есть, надо спрашивать на самом деле, и если вам кто-то из друзей пишет, звонит, и вот тот такой плохой, плохой, попробуйте его уравновесить, это тоже будет польза. Что, солнышко, я с тобой, у нас все будет хорошо, мы справимся. И надо вот, а, вот я всем говорю, а... Напишите список, чем вы будете заниматься после войны. Вот закончилась война, все, выключи. Вот ее так вот случайно, вот рубильник включили 23 э, числа, вот точно так же ее выключат однажды. И вот 24 в, э, утром. Вот почувствуйте, что вы будете делать, с кем вы пойдете пить кофе, может быть, вы, не знаю, собаку-кошку, сейчас очень большое количество людей выбросило своих домашних животных на улицу, эти бедные бедолаги ползают по улицам, не знают, куда приткнуться, возьмите какую-нибудь кошку и собаку, уже спасете чью-то душу, не знаю, может, вы пойдете на рисование, может быть, вы пойдете на танцы, отлично, уже танцуйте дома, уже рисуйте, уже пойте, вот очень, кстати, в стрессе очень сильно помогает петь, особенно если рядом малыши. Вот для того, чтобы не дуреть от сирены, сирена очень сильно воздействует на психику. Будет атака или нет, никто не знает. Сирена включается на всякий случай. Но... Паника запускает очень мощный эгрегор страха. А вот если вы начнете в этот момент петь, если вы будете спать в бирушах, если вы будете в, безопас... в ванной спите, но в бирушах. Если вы будете петь песенки и считать считалочки громко, если вы будете слушать классную классическую музыку, то она однозначно вас приведет в поле любви и безопасности. Вот я очень много как раньше читала, и Виктор Франкл для меня очень сильный авторитет. И сейчас все время попадаю на эти записи, научные исследования. В самых диких условиях, вот прям в, ди в жесточайших, в дичайших условиях во Вторую мировую войну выживали те, которые молились и те, которые чувствовали вот такую вот глобальную любовь и силу духа, присутствие Господа в себе. Но даже если вы не верите, чувствуйте Вселенную, чувствуйте вот эту энергетику, чувствуйте дух в себе. И вот, ты знаешь, я, я, может, не права, я, может быть, дурбелок, посмотрим дальше, но у меня один за одним выезжают из Одессы мои друзья. А я остаюсь, я дома. Это знаешь, Вов, я, мне кажется, я никогда не была такой сильной, как сейчас. Может быть, это потому, что я чувствую ответственность помогать людям и Абсолютно чужие люди, которые я создала чат в Телеграме Антипаника и все время нахожусь на связи. И вот мне постоянно пишут: Леночка, вы не представляете, как я вам благодарна, что вы пишете, что я дома, потому что там я одна с ребенком, у меня нет возможности выехать. Или вот кто-то там очень много женщин остались с детьми, а мужья пошли в тероборону. И они панически боятся. И то, что я говорю, я дома, им вселяет. Вот Мы же человек. Ну, как я им могу этим помочь? Ну вот они выдыхают и они спокойно идут делать кашу своим детям, кормить своих мужей, сыновей, которых они прячут, молодцы, что прячут. Я всегда говорю, если вы не готовы воевать, не идите, потому что вы мясо. Воевать должны те, которые чувствуют в себе силу духа. А вот лишь бы бежать вот как... Я не люблю, когда осуждаю тех, кто убежал. Я не люблю, когда осуждаю тех, кто не пошел воевать. И не люблю, когда люди вообще в принципе опускаются до осуждения, потому что Каждый ведет себя так, как он может себя вести. И вот если мы почувствуем, что это его жизнь, это его выбор, а вот я здесь, и я у себя есть, то что я могу сделать для себя и для своих близких с любовью, то это ну, даст смысл жизни. И мы выживем. Это я прямо обещаю. И знаешь, ты говоришь про то, что ты дома в себе находишься. И, да, я так, також дома, и много моих знакомых остались в Киеве. И я вот чувствую тут такой, знаешь, как... Як... Так, як ти кажеш, дух єднання дуже сильний, якого я не відчував напевно ніколи. І коли так. ти дивишся кадри по всій країні, як люди реально ну я розумію, що всі ми любимо так. дуже сильно свою свою країну, свій свій дім і і ця історія ну просто неймовірно енергетично сильна. Просто вона перебуває так. абсолютно все. І коли ти ще і доєднуєшся до якогось руху не обов'язково військового, це може бути і волонтерство, і громадська позиція, і так далі, це. Ну, это невероятно. Это невероятно, поэтому я думаю, что тут вариантов нема, все у нас будет. Сейчас я выключу свет, подожди, потому что у нас тревога, и я отойду просто... У нас на нас час уже закінчується, ми навіть трохи перебрали. Давай стабили. я дам, знаешь, Давай. что? Давай, Давай я дам только технику для... Потому что я же психосоматолог, и э, э, я помогаю, ну, моя основная довоенная миссия ⁇ это помогать людям справиться с вот этими тяжелейшими паническими штуками. В, в теле. И вот я сейчас предлагаю всем почувствовать, где у вас э, в теле живет э, страх, живет тревога, живет боль, живет опасность. У каждого из нас страх. Он живет в теле. Вот почувствуйте, проговорите про себя, я понимаю, что мы тут поговорили, стало легче. Но вот произнесите про себя, можете закрыть глаза, вот как будто бы нас Володи здесь нет, и вот произнесите про себя несколько раз. Мне страшно, я боюсь. Мне страшно, я боюсь умереть. Мне страшно. И вот когда вы почувствуете вот э, такой сильный акцент в теле, оно обычно вот в груди или в ком в горле, в основном угу. в груди. Страх Почему, кстати, ковид э, поражает э, людей, потому что выключу, потому что надо же световой эффект, у меня главное, чтобы слышно было, потому что ковид это мощная эмоция страха, и когда человек очень сильно страшно, у него такое ощущение, что блокирует грудную клетку, как жаба задавила, как какой-то металлический ком в груди. И вот почувствуйте, рассмотрите, как выглядит вот эта металлическая штука. Может, не металлическая, может, каменная. Вот как этот страх ощущается у вас в груди. И вот перенеситесь в сердце сейчас, и почувствуйте, что у вас в сердце нежная, теплая любовь. Представьте кого угодно: бабушку в детстве, маму, папу, ребенка своего, любимого человека, которого вы когда-то очень сильно любили. И вот почувствуйте нежное, теплое такое ощущение, которое разливается у вас в сердечке. И теперь почувствуйте, как распространяется этот теплый свет за пределы сердечка. И вот как будто бы выдыхаете этот теплый свет и начинаете заливать грудную клетку и начинаете растворять этот страх и растворяйте вот то, что было в груди. Чувствуйте, как вы заливаете теплом. Растворяйте этот страх и заливайте грудную клетку теплым светом. И теперь разливайте по всему телу. Чувствуйте, как волна теплого, нежного света распространяется по всему телу. И покачайтесь, как маятники, из стороны в сторону. Вспомните, как мама укачивала вас, когда вы засыпали. И как будто бы успокаиваете себя. И вот уже теплая волна легонько покачивает вас вправо, влево, вправо. Влево, вправо, влево. Произнесите про себя. Я у себя есть. Я справлюсь. Я сильная, я сильная. Я у себя есть. Я спокойно. Мне легко. И побудьте в этом теплом, светлом плавном покачивающемся состоянии. почувствуйте, как оно обволакивает вас и прям проливается сквозь тело наружу. Я есть. Я справлюсь. Делаем глубокий вдох, выдох. И в этом состоянии теплым, спокойным, Возвращаемся ко мне. Я зробив. <гум> и что теперь мне так, знаешь, хочется положать немного, что так и, такое... так и надо. Так надо. Сам тебя... такой спокойный. <гум> да. да, вот ты знаешь, <гум> если вот у нас есть детки, вот надо вот это состояние пролить сквозь себя и залить деток, пообнимать, поцеловать. Быстренько скажу, что нужно делать в страхе. Пить воду мелкими глотками, трястись всем телом, прям представлять, что страх стряхивает. Вот, вот мы руки трясем, знаешь, вот прям сильно-сильно трястись руками, ногами. Приседать, отжиматься от пола, от столешницы, э -э постоять в планке – принять душ, умыться холодной водой, умыть лицо, потереть мочки уха, потереть сильно резкость, ну, сильно сделать массаж плечевого пояса, шеи. Почему? Потому что страх очень сильно плечевой пояс стягивает. Растирать ручки себе, если есть малыши рядом, растирать им мочки ушек, ушек и руки. Делать вот эту технику распространения, разливания света и тепла. И очень помогает дышать, то есть вот прям произносить про себя, я делаю вдох или я вдыхаю и вдохнуть, и я выдыхаю, представить себе, что как будто бы в ножках помещается кабина лифта, наполненная запахом любимых цветов и прям прогоняем эту кабину лифта, можем даже этажи поднимать, вот до восьми считать надо, один на ножках и восемь на голове и вот делаем один, до 8, потом 8, 7, 6 и так. И так поднимать эту кабину несколько раз, пока не успокоитесь. Еще очень хорошо помогает мышечная активность, сжимать пальцы рук интенсивно, прессом туда-сюда вдыхать, представлять, что в животике помещается шарик того цвета, который придет в голову. И вот вы вдыхаете, и увеличивается шарик, надувается, выдыхаете, сдувается шарик. Сжимать ноги, сжимать попу, маршировать на месте, І, звісно, як я вже сказала, пети і танцювати це прямо допомагає, і все буде Україна. Да, дякую тобі дуже за те, що сьогодні була з нами. Бажаю тобі спокійної ночі і слава Україні! Ми переможемо обов'язково. А Однозначно. Предлагаю все. каждое утро, каждый вечер, говорить до встречи. Да, я до благодарна встречи. тебе, что дал мне возможность быть полезной такому количеству людей. Спасибо тебе большое, Дякую. привлекай меня. Так, уж буду чекать этот телеграм-канал, твой, я его да. опубликую. Спасибо тебе большое. Да. Дякую Благодарю. Все. Счастливо.